Добрый день, мои дорогие подписчики, мои друзья, кто заходит ко мне на канал. Я очень всем вам рада. Заходите почаще, подписывайтесь. Хочу сегодня с вами поделиться, рассказать о блюде. Я буду его всем готовить на ужин. Это у нас, значит, будет обычное мяско тушеное с картошкой, с крупными овощами. Так, что нам надо будет? Мясо. У меня говядина. Картофель, морковка, помидоры, соль. Так, перец возьмем. И вот такую чеснок. Мне очень нравится морская соль с чесноком. Очень хорошо идет. Обязательно зелень. Ну, зелень в конце, как всегда у нас. Сейчас будем разжаривать с вами мясо. Мясо буду не тушить, а постараюсь его даже зажарить. Вот мяско я поставила разжаривать уже. Я его пока не буду ни солить, ни перчить. Все чуть позже, пока его жарим, тушим, парим. Вот мясо у меня тушится. Тушится ложка сметаны у меня здесь добавлена. Ложка сметаны, соль чуть-чуть, перец, смесь перцев и сухой чеснок. Сметане сейчас быстро очень утушится мясо. Станет мягеньким. Потом добавим картошку с морковкой. Помидоры попозже будут. Морковку уже положила. Нарезала специально ее крупно. Мне кажется, тертая она сюда ни к чему. И порезала уже картошку. Картошку порезала тоже вот так вот крупненько. Ну, чтобы она, скажем так, сразу не развалилась в мясе. Чтобы она потушилась. По моему мнению, так лучше. Сейчас будем картошку закладывать. Вот, добавила картошечку. Вот так вот у нас получается, да. Там вот жишка внутри. Сейчас она утушится вся. Будет очень вкусно. Минут через 10 помидорки добавим. Вот вся жидкость у нас уже выпарилась. Я еще немножко подсолила, потому что, ну, мне показалось, что недосолено. Сейчас добавлю сюда помидорки. Вот я в картошку добавила помидоры и еще немножко подперчила. Это остроты не хватает. Вот. Ну, такое вот мяско получается с картошкой. Сейчас еще через 5 минуток добавлю зелень. Ну и будет уже почти готово. Мясо у меня тушилось. Сначала мясо у меня тушилось, наверное, где-то, ну, минут 20-25. Я его посолила, поперчила со сметанкой. Потом добавила картошку, ой, морковку. Через какое-то время картошку крупно нарезанную. Все это у меня еще потушилось минут 10. Все выпарилось. И сейчас она у меня уже зажаривается вместе с помидорами. И сейчас зелень будем добавлять. Вот, добавила я зелень. Помидоры кладу тоже вместе с зеленью почти в конце. Почему? Потому что помидоры не утушиваются сильно. И, знаете, вот иногда бывает, жаришь, паришь, и кожурка отходит от помидоров. И потом она там болтается в еде. Вот, мне это очень не нравится, поэтому помидоры я кладу, ну, минут за 5, за 6 до готовности. Вот такая вот картошечка у меня, в общем-то, получилась. Что хотела сказать я вот потому, что почему удаляются подписчики. Вот один человек, который давно уже на YouTube, что он мне рассказал, что ни в коем случае нельзя друг на друга подписываться день в день. Вот знаете, вот, зашел кому-то на страничку, там, заходите в гости, да, там некоторые пишут, я также пишу. Заходите в гости, человек в этот же день заходит и тоже подписывается. Вот, чего делать нельзя, оказывается. Это считается как друг другу мы добавляем. Вот. Так что, если кто-то на вас подписывается, подписывайтесь в ответ и заходите в гости дня через два. Тогда эти все подписчики сохраняются. Это очень важно. И удаляются автоматически люди, конечно, у которых закрыты каналы.
Это однозначно. То есть, когда YouTube начинает чистить, и у кого закрыты каналы, они у нас из друзей выпадают. То есть, мы остаемся на них подписаны, а они у нас удаляются. Вот такая у меня картошечка получилась с зеленью, с говядиной. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всем буду очень рада. До свидания.